так, заключительный матч первого тура наших соревнований. Давайте попробуем подвести итоги, ну, не рассчитывая командам болельщикам встречи по количеству забитых пропущенных, но просто возьмем по количеству набранных очков и стараемся понять, кто же у нас в лидерах на данный момент находится. Команда «Спецсвязь». Два матча, одна победа, одно поражение. Итого три очка. Команда «Меридиан». Так, давайте сейчас. Да, у команды «Спецсвязь» получается одна победа, одно поражение и одна ничья. Итого 4 очка. У «Газпром Энергохолдинга» получается одна победа, одна ничья, одно поражение, тоже 4 очка. У «Меридиан Энерго» одно поражение и одна победа, итого 3 очка. Смотрим, кого не писали. «Московский банк», «Сбербанка России», у них 3 поражения, 0 очков. Команда «Татнефть» один раз на поле выходила, одна победа и того 3 очка. И лучший результат пока у московского банка лучший, конечно, пока у Мосэнергосбыта. Да, лучший у Мосэнергосбыта. 2 матча, 2 победы, 6 очков. И если выигрывают сейчас, то могут закрепиться на первой строчке турнирной таблицы. Если сейчас выигрывает «Татнефть», то с «Мосэнергосбытом» у них будет по 6 баллов. Ну, «Татнефть» тогда будет по личной встрече «Мосэнергосбыт» обходить. Но самое главное, это да, конечно, идти без потерь. Ну, в принципе, можно сказать, что «Мосэнергосбыт» устроит ничья в этом поединке. Понятно, что никто на ничью сейчас играть не будет. Всем нужна только победа. «Татнефть» устала чуть меньше, у них только один матч сегодня был. «Мосэнергосбыт», безусловно, больше сил израсходовал. Но за счет правильной, как мне кажется, ротации должны были они силы распределить на все три матча. Но нельзя сказать, что «Мосэнергосбыт» вот прошлый матч против «Сбербанка» играл на каком-то надрыве. Все-таки есть ощущение, что у них был определенный запас. Голубой вратарю можно отыгрывать, после этого голкипер может брать мяч в руку. Даже если это был пас. Все нормально. «Мосэнергосбыт» пока отдает инициативу «Татнефти». В команде более опытной. Многие с этим согласятся. Вообще с мячом, пошел сам. Наверное, хоть и уверенно действует. Лех, принимай, Лех! Попытка пробить головой опасно было. Удар мимо. Вот
Он не примет, пить. Да, да, да. Не надо ему. Федерман. Рисунок игры пока понятен и достаточно однообразен. Мяч держит там нет, пытается каким-то неблагообразом игру обострить. Мосэнерго будет уверенно обороняется, и успешно все зоны перекрывает. Сам пока в контратаках ничего не показывает интересного. Ну, Мосэнергосбыт так первую игру начинал против Газпромэнергохолдинга и во втором тайме, прибавив, добился уверенной победы со счетом 2-0. Капитан Мосэнергосбыта. Опасное столкновение. Фол стороны Татнефти. Затянул он там. Встречайте там, ребят, ребят! Лёх, выше, Лёх! Выше, Лёх! Не даем, не даем! Будет удар от ворот. Первый тайм пока без опасных моментов, и совсем немного времени остается до его окончания. Назад Щукину. Последние секунды первого тайма очень неплохо было бы сейчас выйти вперед.
Конец первого тайма без забитых мячей по одному нарушению правил. Второй тайм. Татнефть и Мосэнергосбыт. Не самый зрелищный пока футбол показывают, но достаточно часто, надо сказать, что именно у Татнефти из вот этого хаоса рождаются забитые мячи. Поэтому пока вода льется на мельницу Татнефти. Мосэнергосбыт, как правило, следствием командных действий, продуманных на несколько шагов вперед. Мосэнергосбыт две игры подряд в короле отборов, подборов, перехватов. В общем, вторым номером команда играет очень здорово. С ворота и штанга здесь. Энергосбыт отходит назад. Перевод на дальний план. Здорово-то, надо столько забить. Удар отличный. Здорово, Перязи поставлял. Нет, от нефти. Достаточно простой розыгрыш, но не получилось сделать. Все так, как было задумано. Не хватает человеку. Человек от нефти, который разгонял бы атаки. Есть ощущение, что Грановский находится в таком полутравмированном состоянии.
Потому что Идермонт пока продолжает входить в форму. Посмотрим, что будет в следующем туре. Все-таки первый тур — это всегда старт, продолжение разминки, попытка вкатиться в игру. Надо понимать, что у нас и профессиональные футболисты играют, поэтому межсезонье скорее сказывается негативно на многих, нежели долгий регулярный сезон. Типа внимательнее сейчас нужно быть защитником МЭС. Но в таком розыгрыше ничто не будет угрожать их воротам. Нарушение правил. Ну, три раза подряд руками соперника толкнул. Передача на капитана от Энергосбыта. Снова попытались до верного момента. Атака от Энергосбыта. Смотрите, не поймали на противоходе. Попал в руку сейчас. Именно так нужно квалифицировать момент. Тайм-аут берет этот нефть. Все красиво, да? По игре.
вышла последняя чистая минута матча. До сих пор счет не открыт. Блин, забитый мяч, скорее всего, решит судьбу трех баллов. Ну, здесь нарушение правил. Желтую карточку все-таки должен получить игрок. Ну, откровенно удерживает двумя руками, сзади, ну, что еще делать? Смотрим внимательно, как будет разыгран штрафной. Нужно сейчас было бы попробовать перебросить вратаря игроков в стенки. Как были для этого все условия. Секунд до конца. Ворота, можно сказать, что открыто, по крайней мере. Было время, чтобы поднять голову, прицелиться и нанести удар. 10 секунд. Удар уже такой на фарт. Мяча уже, ну, очевидно, что оставшиеся 3 секунды неуместно забитых мячей расходятся. Команды собирают по одному баллу. Отличный результат Мосэнергосбыта на старте. Две победы, одна ничья.